Виталь, иди лучше руку положи на опорный подшипник, а? Ремонт машины по-русски. Виталия! Чего это? Положи руку на опорный подшипник. Куда, вот так? Стучит здесь, нет? Конечно, стучит. Слышишь звук? Блядь. Чувствуешь ты чего? Чувствую, что ходит туда-сюда, он вверх-вниз. И ну, стучит. Там, ничего, стук и... там люфт и стук. Ну, попрыгай еще. Вот он ходит, гуляет, даже да чувствует. Ходит, так гуляет, он должен ходить. Сюда весь сверху, нахуй. Так здесь, ебашит-то. Здесь? Конечно. Может, он не затянут нихуя? Давай попробуем притянуть. Шестигранник? Не слышно. Блять, из-за чего такая хуйня? Что-то великан-то взял. А может, уже пизда?